Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Motorola Moto G72. И сейчас я покажу вам, как сделать сброс DRM лицензии. Итак, для этого мы открываем приложение настройки, после чего проходим раздел безопасность. Здесь мы выбираем шифрование и сертификаты. Тут у нас будут все наши лицензии. И для того, чтобы их сбросить, нужно нажать очистка сертификатов. Нажимаем ОК. Вводим пароль для подтверждения. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.